Спортивный туризм включает в себя сразу несколько видов дистанции. Это пешеходные дистанции на искусственном рельефе, горные дистанции, а также лыжные. Так, в прошедшую субботу на Щелковском кожинском карьере прошло первенство, в котором юные участники пробовали свои силы именно с помощью лыж. Всего в дистанции было предусмотрено два класса сложности. Первый для самых маленьких, от 9 до 13 лет. Второй более трудный, для ребят постарше, от 11 до 18 лет. В живописном зимнем лесу собрались ребята из самых разных мест. Разные школы со всего района, все, кто желает принять участие. И не только с нашего района, у нас заявлены команды из города Королева, из Истры, из Подольска. У нас межмуниципальные соревнования, мы принимаем всех желающих посоревноваться в честной борьбе. Всего в этой честной борьбе приняло участие более 200 детей. Каждый из них вынес для себя какую-то пользу, ведь лыжи, безусловно, являются не только увлекательным занятием, но еще и крайне полезным для здоровья. Чтобы успешно пройти дистанцию, нужно было совершить переправу по бревну, подъем по склону с самостраховкой, спуск по склону с самостраховкой, а также переправу в вертикальный маятник. Самое сложное – это было одеть лыжи, потому что снег забивался часто. И маятник был трудный. Ну, маленьким. Детям маленького роста будет трудно пройти. Я уже второй год. Тут все по-разному. Кто первый, кто второй, кто третий. А тебе самому нравится лыжи? Мне нравится. На каждом этапе было установлено контрольное время прохождения. Ребята, преодолевшие дистанцию быстрее других, награждаются медалями и почетными грамотами. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».